шоу. Украинцы, которые побывали в Европе, говорят, что там рай. Но вот чтобы оформить шенгенскую визу, надо пройти ад. Нам кажется, что даже на небесах для Европы и Украины разные небесные канцелярии. Украинская небесная канцелярия выглядит именно так. О, как всегда, снова очередь собралась. И не говори, ни сна, ни продыха. А куда вы на Пасху ездили-то, а? Шеф у себя накрывал, а вы? А мы тоже, в гидропарк на шашлыки. Следующий. Что с вами случилось, девушка? Не знаю, дорогу переходила. Надо аккуратнее. Так, кроме телефонной зависимости, я у вас больше ничего не вижу, можете проходить к нам. К нам. Аккуратнее, девушка. Может, ей смс-ку сбросить, что она уже того. Да. Увидит, что у вас Wi-Fi нет, сама поймется. Слушай, вам зарплату урезали? Нет, просто так же в гривнах платят. А вам? А нам в долларах. Да ты что? Но у нас курс адский. По 8? По 5. О! А наш говорит, что к осени курс не сильно изменится. Ну ваш говорит, а наш делает. День добрый. Кому как. Мужчинка, у вас все в порядке, можете проходить в рай. А, теща моя, Тамара Сергеевна Пердюкова, где? Она у нас. Тогда мне сюда. Мужчина, вы подумайте, это ад. Да вы мою тещу не видели. Там и думать нечего. А что ты сказал? Анекдот рассказал, политический. Ну-ну-ну. Но тебе будет не смешно. Вы же за Европу. Девчонки, ну вы уже определились, куда мне, а? Ну третий месяц, я тут тыкаюсь-мыкаюсь. А вы у нас кто? Я начальник паспортного стола. Ну вам ясно сказали, ожидайте. Да ну. А ты летом куда собираешься? Ой, наш гайки закрутил. Говорит, или здесь отдыхаете, или в Очаку. И что ты решила? Да я здесь останусь. Чего в тот Очаков переться? Условия те же еще за дорогу платить. Ой. Девочка, дай мне, пожалуйста, корвалолу. А то сердце что-то шалит. Сердце, девочка. Бабушка, это уже не аптека. Ой, а что это, юкнулась, что ли, уже, да? Ху-ху, ю-ху. И куда мне теперь? В ад, в рай? Вам обратно, на землю. Фу, опять жить с уродами этими. А что ты ее вернула? Ты что, у нее трешка в центре Киева и 5 детей. Я их семейку как сериал «Наследство» смотрю. Ну все, хозяюшка, я на сегодня закончил. До завтра. Молодец, спасибо. А кто это, кто это? А, меняем котлы газовые на дровяные. Ты эти тарифы видела? Слушай, я что-то так проголодалась. Давай пообедаем в нашем фирменном ресторане. Я тебя приглашаю. Ой, нет, у меня на Макдональдс такая изжога. В общем, лучше пиццу закажем. Ой. Пиццу заказывайте. Девушка, мне 4 сыра без мяса. А мне 4 мяса без сыра. Адрес доставки? Простой адрес. Троещина, во двор. А какой двор? Любой двор. Нам передадут. Девчоночки, ну, пожалуйста, ну, возьмите меня хоть куда, ну, хоть к вам, возьмите меня, пожалуйста. А вы у нас кто? Я начальник паспортного стола. А, вам нужно подготовить, мужчина, справочку ФНП-16, форма 3 на всех членов семьи. Ну, да, ну, да. И со справкой уже все решится, да? Одному Богу известно. Совершенно бесполезная штука. Не помогла в критической ситуации. А что случилось? Плита упала. На голову? На машину прораба. Ой, это к нам. Проходите, проходите. Я так понимаю, да. А причина остановки?
Один вопрос. Скажите, кто-то из наших к вам хоть раз попадал? Был один молоденький совсем. Ему в первый день $100 дали, а он решил протокол оформлять. Вот баран. Так, получается, можно порешать. Так что, может, договоримся? Но пишите заявление. Ага, на кого? Пишите начальнику Укравтодора. А чего на меня так смотрите? У дьявола много имен. Слушай, Вико, как тебя с твоим, ну? Яблочко запретное уже грызли. Нет, ты что, нам до свадьбы нельзя. Мы так пооблизывали, понадкусывали. Девушка, вот у вас глаза добрые. Да. Это вам. Спасибо. А вы у нас кто? Я начальник паспортного стола. Пишите заявление. Ну какое еще заявление? Образец на стенде. Слушайте, ну это ад какой-то! Мужчина, чего вы возмущаетесь? Мы по вашей схеме и работаем. Приветосы, девчоночки. Я так понимаю, мне к вам, потому что я на храм отлистал. Перед смертью исповедовался у батюшки, так что чики-бамбони. А чё ты после исповеди батюшку того тюкнул? Да я ему там взболтнул лишнего. Проходи ко мне быстрее, а то он сейчас тебе кадилом сдачи даст. Сын мой, сын мой. Сори, батюшка. Батюшка, по идее, вам к нам. По идее, да. Но ты бы видела, как он жил. Этот Мерседес мне прихожане подарили. Да-да-да. А чем вы там занимались в этом Мерседесе со своими прихожанами? На то воля Господа, ну. А ну пусть зайдет ко мне. Как у шефа настроение. Ой-о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 й
заявление, флюорография, флюорография жены, собаки, все. Все. А вы у нас кто? Я начальник паспортного стола. Отлично, но мы уже закрываемся. Господи, ну а мне что делать? Ждать. Вечно ждать. Как вечно? Ну что, ну возьмите меня, пожалуйста, возьмите меня, я вас умоляю, я хорош.